Как сообщают РИА Новости, на заводе Tesla в Техасе робот напал на сотрудника из-за сбоя, пишут российские СМИ. Об этом пишут практически все мировые СМИ. Инженер компании Tesla подвергся нападению робота на гигафабрике в американском штате Техас в 2021 году, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники. Робот напал на инженера Tesla во время жестокого и кровавого сбоя на гигафабрике компании в Техасе, пишет издание. Как пишет газета, инцидент произошел в 2021 году, но известно стало только сегодня. И в 2021 году, когда рабочего схватила машина, предназначенная для перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля. Из-за этого сотрудник получил открытую рану, а робот напачкал помещение завода кровью. Как сообщило изданию, представляющее интересы сотрудников гигафабрики Tesla в Техасе адвокат Ханна Александр, она считает, что компания преуменьшает число происшествий, чтобы получать налоговые послабления. В частности, один из сотрудников скончался от теплового удара еще на этапе строительства завода, а многие другие получили травмы, не зафиксированные в официальных отчетах. Обязательно напишите свое мнение в комментариях.